Вас вітає служба інформації телерадо компанії «Гомель». У студії працює Маргарита Котова. Глядіть у цьому випуску. Открытие нового года. Компания «Беларуснафта» поведомила об трех новых залежах вуглеводородов. Усе показчики у норме. На гомельшпалерах выпробовывать новую очищальную систему. Дом для великой семьи. У Мазыры отсвятковала новоселье семья с 5 приемными детьми. А зараз об этом иншим больше подробязно. Новый год открывает новые перспективы. Компания «Беларуснафта» поведомила об трех новых залежах нафты у Беларуси. Говорка идет про Гарцевское родовище Припятского прогину, докладнее его паўднёвый блок. Нафтоносность была доказана как прикметами керна, поднятого со сведровин, так и интерпретация геофизичных материалов. Подробности в сюжете Марины Джалай. Довгочаканы выник, які оправдаў усе намаганні і спадзяванні, приток нафты дебитом звыш 100 тонн за сутки. Ён атрыманы на Гарцаўскім радовішчы на глыбіні 4073 метры. Зараз на свідравінах завершаецца цыклабудаўніцтва, а ў красавіку аб'екты плануюць увесці ў эксплуатацыю, выканаць ацэнку ресурснай базы і паставіць свідравіны на баланс прадпрыемства. На Гарцаўскім радовішчы, дзякуючы адкрыццю новых аб'ектаў, будзе атрыманы прырост запасаў нафты прыкладна на 800 тысяч тонн. Для нашага рэгіёна высокий паказчык. За последние годы, вот 19-20 год, у нас по геологическим работам это рекордные годы за последние 25-30 лет. Мы вышли на максимальные полевые сейсмические работы по площади 3D в объеме не менее 380 квадратных километров. И что самое главное, мы в этом году выходим на максимальный метраж поисково-разведочного бурения, который составит 35 тысяч погонных метров. Для журналистов специалисты подрихтовали узоры нафты и керна. Порода, здобытая с глубины свыше 4000 метров. У ее наглядно бачная нафта в выгляде черных кроплев. Это своего рода губка, которая по своим характеристикам, ну, с точки зрения нефтяника, геолога, имеет очень хорошие характеристики. Пористость, проницаемость, которая позволяет именно осуществлять промышленный приток нефти. Это классический коллектор, который имеет хорошие очень характеристики. Для бурения свідравін выкарыстоўвалі новыя тэхналогіі. Гэта звязана ў тым ліку са складанымі умовамі нафтаздабычы на гэтай тэрыторыі. Видите, погода, конечно, сейчас у нас очень, скажем так, неблагоприятная. Буравікі работают в любую погоду, снег, мороз, холод. Открыццё новых залежаў менавіта на Маканавіцка-Велікаборскім участку, куды ўваходзіць Гарцаўскае радовішча, вельмі перспектыўнае для прадпрыемства «Беларуснафта». На працягу гэтага і наступнага года тут плануюць прабурыць яшчэ 7 пошуково-разведывальных свідравін. Задача на будучае – знайсці новыя калектары, якія забяспечаць прамысловую здабычу нафты. Усяго ў Беларусі існуе 61 дзеючае радовішча нафты. Эксплуатуюцца 843 свідравіны. Марына Джала, Валерий Гапанько, телерадыокампанія «Гомель» з Рэчыцкага района. На прадпрыемстве «Гомельшпалеры» працягваюць тэсціраваць новую ачышчальную сістэму для лініі вытворчасці вінілавых шпалераў. Калі прэтэнзіі па-ранейшаму не будзе, завод выйдзе на праектную магутнасць на наступным тыдні. Газаачышчальная плазмакаталітычная установка расійскай вытворчасці прадстаўляе сабой комплекс з 4 ступенямі – грубай ачысткі, электрастатычным модулем, плазменнай дэструкцыі і вугальным фільтрам тонкай ачысткі. Выхлапы, які раней выкідваліся ў выглядзе прадуктаў спальвання і траплялі ў атмасферу, зараз застаются на фильтрах. В конце сентября месяца мы осуществили новый проект газочной установки. Этот проект прошел экологическую экспертизу, получил положительное заключение, и в конце декабря был приобретен комплект оборудования по очистке наших газов, отводимых от обоепечатных машин. Начиная с 20 декабря мы приступили к пусконаладочным работам данного оборудования. Зараз система працуе на паловую вытворчай магутнасці 12 гадзін у дзень, з 8 раніцы до 8 вечара. Пусконаладочныя работы паказалі добры вынік, пах і дым адсутнічаюць. Лабараторыі двойчы на дзень праводзяць адпаведныя замеры па шуму і выкідах. Перавышэнне ў дапушчальных нормаў не выяўлена. Пры гэтым для гомельшпалеры ўстаноўлены новыя паказчыкі ўтрымання шкодных рэчываў у выкідах, і яны больш жорсткія. Калі замеры эколагаў і далей будуць станоўчымі, ніякіх перашкодаў для аднаўлення вытворчасці не застанецца. Але кантроль прыродаахоўных службаў над прадпрыемствам працягнецца ў любым выпадку.
Прамые телефонные линии с представниками мясовой улады пройдут 11 студеня. На питание жыхару нашего региона откажет наместник старшини Гомельского облвыконкама Владимир Горбачев. Связаться с ним можно будет по номеру 33 12 37. Так само в эту субботу прамую линию проведет наместник старшини Гарвыконкама Сергей Андреев. Телефон для связи 51 45 58. Прамые линии будут працавать, как звычайно, с 9 до 12 годин. У минулом годе на Гомельщине выкананы усе показчики, предугледжаные державной программой «Культура Беларуси». Причем по шерагу позиций в область оказалась сярод лидеров. Такая информация была огучена сегодня по час выездного посяжения депутата областного совета. Ситуация у галине ознайомились наши корреспонденты. Сярод основных показчиков, предугледжаных программой «Культура Беларуси», колькость адресторованных помников архитектуры, включенных у державный список историко-культурных каштовностей. Сярод областей Беларуси у Гомельщины самый лепший показчик. Все лето эта работа протягнется. У планах такие знаковые объекты, как коллегиум иезуитов у вёсцы Юровича Калинковицкого района, сядиба у вёсцы Хальш на Веткаушине, братское похование у вёсцы Алла Светлогорского района. Сярод інших досягнений у минулого года – повелишение колькости наведывальников музеев и мероприемств, которые проводят установы культуры. Одиная проблемная позиция связана с наведыванием публичных библиотек. Тут так само означается рост, але меньше запланованного. Такая ситуация – подстава зарабить выводы и принять меры. Библиотеки будут работать над информатизацией, над переводом своего фонда в цифровой вариант, над привлечением, скажем так, и над разработкой новых систем работы с клиентом, над тем, чтобы быть ближе к клиенту уже непосредственно, не по принципу не человек идет в библиотеку, а библиотека к человеку. То есть, в принципе, есть технологии, которые в мире сегодня развиваются. С проблемой наведывания установ галины сутукнулися и у Будокашелёвской киновидеосетцы. Некоторые стужки сапраўды карыстаются попытом, але по великим рахунку их не вельми шмат. Але и при этом таки покажек, как прирост доходов от послуг, якія предоставляются киновидовишной организации, перевыканали больше, як удвоя. И торговля, и общепит, и дискотеки, наши киновидискотеки, и кино – это все вместе. Это все наши услуги, которые мы предоставляем сегодня нашим предприятиям. Это вся цифра озвучена с этими видами услуг. Захование историко-культурной спадщины – еще одна позиция, предугледженная державной программой «Культура Беларуси». Одночасово с вырашением глобальных задач у Будокашелёвском районе намагания накировали на сбор речев, якими корыстались мясовые жыхары. Крыху больше, як за год, собрали свыше 3000 экспонатов и мают намер эту работу протягнуть. И благодаря нашим жителям наши фонды ежегодно пополняются. В 2019 году наши фонды пополнились на 246 единиц. И вот сегодня они составляют уже более 3000. И, к слову, будет сказано, что также у нас была объявлена новогодняя акция «Наряди елку», да, и наше население откликнулись и стали приносить игрушки советского периода, елки советского периода. Рост колькости непрофессийных коллективов со званиями «Народный» и «Узорный» так само показчик державной программы «Культура Беларуси». И по этой позиции Гомельщина сярод лидеров. Иншая справа, что этот потенциал можно выкористовывать больше эффективно, у тым ліку для развития туристической инфраструктуры. У первую шаргу размова об супрацовництве установ культуры с теми же агросядибами и санаториями, где отпочивают туристы. У вогуле такой опыт есть, але назвать его массовой з'явой покуль нельга. Наши три коллектива Дома культуры имеют звание народные, которые достойно и представляют наш район и область на разных мероприятиях, а также, если нужно, наши коллективы представляют такой вид деятельности, как выступление в агроусадьбах. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Будокашелёвский район. Новый год у новом доме проведет великая семья мазыранки Галины Филипповой. Приемная мать разом с мужем выховывают пятерых детей. И зараз означают новоселье в великим просторном двухповерховом доме с 8 покоями. Со святом их повиншовали гоноровые гости. Подробности у наступном материале. Свой любимый куток у новом доме зараз есть у каждого выхованца дружной семьи. Старейший сын, 15-годовый Павел, выбрал покой на другом поверсе. Дом большой, тут очень красиво. Тут все как-то по-современному. Ну, очень такая атмосфера прям.
Другий по ліку мазырский сімейний дом розмістився у мікрорайоні Чигуночне, недалеко от школи номер 2. Узводили его за кошт сродков республиканского и областного бюджета. Будовники справилися у самый короткий термин. От заливания подмурка до момента, когда господині передали символичный ключ, прошло всего 3 месяца. Дом мансардный. Общая площадь дома 196 квадратных метров. Рассчитан на 10 детей-сирот, то есть семья в составе 10 детей. Отопление тут индивидуальное, газовое. Нормативные сроки получилось вложиться благодаря стабильному финансированию и правильной организации производства работ. Урочистое открытие дома семейного типа прошло в рамках республиканского доброчинного марафона «Наши дети». И, вядома, не обошлось без гоноровых гостей. Керавництво района, депутаты и педагоги приехали с подарунками. Самый значный – сертификат на 2000 рублей. Молодших членов дружной семьи порадовали шматликие цацки, наборы присмаков и продукции мазырских вытворцев. Але самым головным подарунком у житті гэтые дети называют своего анюла-аховника – приемную маму. Это сказка в действительном новогоднем. Праздник. Это сказочный дом. Дом настолько предусмотрен для детей. Здесь все организовано, здесь все предусмотрено. И тепло, и комфорт, и уют. Осталось только уделить внимание детям, да, и согреть их сердечки своей любовью. А это у нас достаточно. Три дочки и два сына. Вот соправдное богатство Галины и Валерия. Батьки-выхавальники говорят, у новом доме места хопит еще пятерым. Як зрешты и у их велизарных сердцах. Ганна Каральчук при підтримці телеканала «Мазир». Марафон доброчинних акцій і теплих зустріч протягується. У Гомельському льодовому палаці пройшло святочне мероприємство з врученням подарунків вихованцям дитячо-юнацької спортивної школи. Установи навідують амаль 400 чоловік. Почалося свято з творчого номеру. Команда синхронного катання з «Дюшар номер 1» виконала танець на льоді. Після на арену вийшли головні виновники урочистостей. Спортивних поспіхів і блискучих перемог їм пожадали керівники льодового палаця із «Дюшар номер 1», представники Гомельского гарвиканкама и спонсоры хоккейного клуба «Гомель». Юным хоккеистам вручили корыстные подарунки – клюшки, шайбы, коньки, комплекты формы. Не обошлось и без солодких сувениров. Подарунок отримала и школа – сертификат на 136 тысяч белорусских рублей. Гэтые сродки накируют на модернизацию, инвентар и организацию споборництва. Очень радует, когда клуб может себе позволить сделать такой подарок своим воспитанникам. Такие подарки мотивируют побеждать. Нам подарили клюшки, безусловно, они в хорошем состоянии. Я забью много шайб благодаря этим клюшкам, так же, как мои товарищи. Клюшка – это как неотъемлемый элемент хоккея, то есть она ломается буквально раз в две недели, смотря у кого. Вот если человек постоянно играет, то клюшка как бы она не постоянна вообще ни разу. То, что на сегодняшний день делается для развития хоккея в Гомеле, вся эта работа шла по направлению только вперед. Мы будем уделять внимание и оснащать отделение, тем самым покроем максимально потребность по инвентарю и обеспеченности отделения хоккея шайбой. В ближайшие дни у регионе будет тепло и дождливо. Температура по ветру у нож на субботу в складе от 1 до 3 градусов тепла. У день 11 студеня будет до плюс 6. У недели крыху холоднее, до минус 2 у ночи, коли 1 с плюсом у день. Будут идти дожди, махчимы невеликий снег. По попередних прогнозах, подобный характер на дворе заховается и на наступном тыдне. Гэты и иншие новины вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомеле накануне снова горела новогодняя елка. На этот раз повреждения минимальные. На дереве появился небольшой огонек. Электропроводка замкнула на новогодние красавицы, расположенные в микрорайоне Старый аэродром. Спасатели прибыли на вызов около 18 часов. В этом году в областном центре горели уже две новогодние елки. Одна из них заполыхала на привокзальной площади. Тогда причиной возгорания стало короткое замыкание, вызванное неисправностью гирлянды.
Сложная обстановка остается на дорогах областного центра. С одной стороны, это невнимательность участников дорожного движения, с другой – переменчивые погодные условия. В Гомеле накануне на улице Полесской под колеса легкового автомобиля попал подросток. 15-летний парень решил перебежать проезжую часть, когда увидел, что к остановке на противоположной стороне улицы подъезжает автобус. Юноша проскочил между общественным транспортом, который остановился на левой полосе для высадки пассажиров, и побежал по соседней. Там на него и совершил наезд водитель «Фольксвагена». От полученных травм подросток не смог подняться. Позднее его забрала скорая. В результате происшествия юноша получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. Госавтоинспекция напоминает о том, что на дороге необходимо быть внимательными, осторожными. Кроме того, пересекать проезжую часть необходимо только в установленных местах. Не забывать о том, что необходимо убедиться в безопасности своего перехода, убедиться в том, что водители автомобиля заметили вас, предоставляют вам преимущество в движении. Кроме того, в темное время суток не забываем обозначать себя световозвращающими элементами. Еще одна головная боль инспекторов в наступившем году – нетрезвые водители. В Лечевском районе произошла очередная авария, в которой повинен пьяный автомобилист. Молодой человек управлял «Фольксвагеном» и двигался по автодороге Мозырь-Лельчицы – граница Украины. В какой-то момент он отвлекся на мобильный телефон и не заметил, как съехал на правую по ходу движения обочину. Там автомобиль нетрезвого водителя столкнулся с припаркованным УАЗом. Мужчина и его 19-летний пассажир в больнице. А в Еремино легковушка врезалась в городской автобус. Авария произошла около 7 часов вечера. Автобус 44-го маршрута отъезжал от остановки, когда в его заднюю часть врезалась иномарка. По сообщению ГАИ, в аварии никто не пострадал. Проводится разбирательство. Учитывая ситуацию, которая сложилась на дорогах Гомельской области, в ГАИ решили провести профилактическое мероприятие «Переход без опасности». За прошлый год по причине непредоставления пешеходам права на преимущество в движении произошло 108 ДТП. 5 человек в них погибли, 110 получили травмы различной степени тяжести. С начала 2020-го таких наездов уже 4 и двое погибших. Столько же с травмами попали в больницу. ГАИ напоминает водителям, что на пешеходном переходе главный – это пешеход. Это вся информация выпуска. В студии работал Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Выездное поражение Гомель в очередном поединке экстралиги хоккейного чемпионата Беларуси встречался в Солигорске с «Шахтером». На 7-й минуте горняки повели, счет открыл Камбович. Вскоре рыси паритет восстановили. Как Шаров записал в свой актив, взятие ворот соперника. Следующий гол зрители на трибунах увидели на экваторе второго периода. Житких вписал свое имя в протокол и вывел хозяев вперед. Он же поставил точку в поединке на последней минуте заключительной трети, поразив пустые ворота Гомеля. 3-1 победа «Шахтера». Завтра рыси дома играют с «Юностью». Жлобинский «Металлург» отправится в гости, где «Динамо» молодечно. В ближайшие выходные стартует второй круг чемпионата Беларуси по мини-футболу. Светлогорский ЦКК, замыкающий по итогам первой половины регулярного сезона зону плей-офф, завтра ждет в гости «Борисов 900». Игра пройдет в спортзале «ДЮСШ» номер 2 в Светлогорске. Начало в 14:00. Новоиспеченный обладатель Кубка страны Гомельская БЧ 12 января на арене спорткомплекса «Локомотив» в 14:00 начнет матч против столичной охраны «Динамо». В турнирной таблице железнодорожник на втором месте. Параллельно в Орше сойдутся местные «Витен» и гомельские «ВРЗ». Вагоностроители после первого круга на четвертом месте. Сразу полтора десятка футболистов покинули футбольный клуб «Гомель» в связи с окончанием срока действия контрактов. В списке тех, кто больше не будет выступать в стане зелено-белых – Денис Ковлинов, Терентий Луцевич, Артем Сокол, Андрей Иванов, Андрей Васильев, Бадрия Кубарди, Илья Гультяев, Дмитрий Маляка, Евгений Смирнов, Эдуард Суханов, Виталий Квашук, Сергей Глебко, Руслан Болов, Павел Клинье и Невалда. Гомельская волейбольная команда «Энергия» начинает новый календарный год выездным поединком. Завтра подопечные Дмитрия Лихорада в Минске встретятся с «Мопидом». Команды в турнирной таблице чемпионата разделяют 5 позиций. «Энергетики» идут третьими, «Минчане» на 8-м месте. Зимний соревновательный сезон у гребцов-академистов продолжился юниорским первенством Гомельской области по гребле на тренажерах «Концепт». На протяжении 2 дней в Гомеле состязались спортсмены в возрасте 18 лет и моложе из Гомеля, Мозыря, Светлогорска и Жлобина.
программе первенства были заезды на 2 и 5 тысяч метров. Во время соревнований на тренажерах «Концепт» на первый план выходит физическая, а не техническая подготовка спортсменов. Кстати, именно проверка функционального состояния гребцов – главная цель соревнований. «Концепт» – это все-таки показатель функциональной способности организма, да, но помноженная на вес. Чем больше весит спортсмен, тем легче ему на этом тренажере показывать высокие результаты. На воде приходится свой вес вести в лодке, поэтому там уже другие приоритеты. Ну и, как правило, да, в соревнованиях в зимнем периоде на «Концепте» выигрывают одни, на воде могут выигрывать совершенно другие. Победители первенства будут представлять наш регион на республиканских соревнованиях, которые 24 и 25 января пройдут в Полоцке. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».